Чергове судове засідання по справі Олексія Цаценка закінчилося клопотанням про зміну судді. Я нагадаю, менше місяця тому учаснику смертельної ДТП суд скасував домашній арешт. І з 27 січня на час розгляду справи обвинувачений може вільно пересуватися, ходити на роботу та по особистих справах. Таке рішення й стало причиною відповідного клопотання, зазначає адвокат потерпілих. Исходя из судебной практики, и любой другой, я первый раз вообще вижу другую постановку вопроса. То есть настолько это было сделано, ну, я даже не знаю, как описать. Поэтому я считаю, что поскольку судья акцентировал внимание на данной ситуации, да, то есть принял подобное решение и мотивировал подобным образом, у нас есть все основания были для заявления отвода, потому что мы сомневаемся просто, что дальнейшее решение, дальнейшее рассмотрение дела этим судьей, ну, оно, мягко говоря, будет, скажем так, объективным. Адвокат Олексія Цаценка натомість вбачає у клопотанні потерпілих ніщо інше, як затягування судового процесу. Я считаю, что данное ходатайство – это есть способ процессуального злоупотребления. Почему? Потому что за последние 3 недели мы могли подготовить возражение, назначить состав суда, передать на рассмотрение. И это бы не привело к затягиванию процесса. Я считаю, что одна цель данного ходатайства – это психологически давить на уважаемый суд и пытаться суд увести в сторону от правосудия. Но в данном случае можно вспомнить, сколько раз со стороны обвиняемого были отводы, отводы судей в первой инстанции при прошлом рассмотрении этого дела. Ни один, ни два, ни три раза. Розгляд справи відклали до кінця розгляду клопотання сторони потерпілих.